Семен весь. Я вам сказал, что я не готов комментировать этот вопрос сейчас. Я вам сказал, что тот объем брусчатки, который был вывезен, скажем так, незаконно подрядчиком и не привезен на место определенного заказчика, подрядчиком будет компенсирован. Либо в натуральном виде, либо материально. Вот и все. Вы же в последнее время на Зверево и на ДК столько гарантировали, обещали, что уже прям не знаешь, чему верить. Да почему же? Я спрашиваю, может быть, вам стыдно? Ну, так дело в том, что вы спрашиваете, кто же делаете выводы, делаете свои заявления. Я считаю, что мы голосуем. Вот и все. Ждем авторский надзор и начинаем осмотр. Поэтому я говорю, ходите, смотрите замечания, которые с вашей стороны, как вы считаете, должны быть озвучены. Целесообразность деревьев, конечно, у меня вызывает сомнение. Я не участвовала ни в разработке проекта, да. Все красиво, мы все пытаемся красиво для города делать, но, видимо, влияет то, что у нас нет архитектора и целевого подхода к украшению города. Потому что, ну, даже вот эти вот столбы мачты, с одной стороны, светло хорошо будет, но вписание их в данный интерьер, ну, мне кажется, у всех вызывает сомнения. То есть вот у нас все хорошо, мы все потратили деньги, но, опять же, ни люди недовольны, ни все окружающие не очень довольны, потому что мало того, чтобы представить проект, все-таки он должен был быть вписан, ну, как любая рекламная конструкция, она на место вписывается, мы смотрим, как она смотрится. Увы, это диссонанс между двух торговых зданий оранжевого цвета, такая Лича в коричневом цвете, и здесь. По отдельности все красиво, в совокупности, увы, мы опять будем говорить, что в городе нет единой концепции, и мы опять будем, вернее всего, что тратить деньги для того, чтобы поменять что-то из этого. Я надеюсь, что новый состав, новый мэр, да, все-таки изменит подход к украшению, к вложению денег в город. Надо относиться все-таки к этим деньгам не как к государственным, а как к своим. Я бы свои деньги так не тратила. Лучше месяц подождать, знаете, как помните, лучше день потерять, но за 5 минут долететь. Но все это логично и красиво. Поэтому я надеюсь, сейчас депутаты все посмотрят, учтут замечания, потому что замечания есть. Даже отсюда видно, да? Будет все исправлено, менять подход будет. Давайте менять подход. Давайте относиться к этому как к своей собственной, что вот это моя квартира, вот это мой двор, вот это моя площадь. Это деньги не чьи-то, это деньги мои. Это люди, которые работают на меня, и поэтому мы их проверяем не когда нам надо, мы приходим и каждый день проверяем, как ведутся работы. И тогда все поменяется, я уверена. Я думаю, ну вот видно, что сейчас вот уже меняется, да, уже люди относятся совершенно по-другому, и они хотят участвовать в любом процессе. А наш депутатский новый корпус вообще в любом процессе хочет участвовать. Это заметно по количеству людей, которые приходят принимать и смотреть работы. Поэтому я думаю, все изменится. Еще на улице Зверева, когда подрядчик тоже рассматривал ситуацию по высадке газона, именно семян газона. Мы написали письмо именно в организацию, которая, скажем, в данном направлении может позиционировать себя как экспертная. Они занимаются непосредственно разведением высадкой, в том числе газона, саженцев. С вопросом, можно ли в зиму высаживать семена именно газон. Получили ответ, что данную работу можно выполнять. А что, слинял уже авторский носок? Да нет, они свое правительство. Он не получил. Все курсы служим, почему через вас обратиться к жителям нашего Октябрьского города. Вот вы видите, вот здесь, в этом зале, о чем автором было говорено еще с этапа проектирования. Когда вы проектируете территорию, запланируйте сразу зону выхода и движения пешеходных маршрутов внутри.
Я неоднократно наблюдал, и вы там, наверное, так. Народ, жители нашего города, как идут прямо, не важно, газон это, не газон, так и идут. Поэтому вот эта вот вся зона, даже если бы она сейчас была засеяна газоном, скоты зеленой травы, не остановили бы наших жителей. И они бы точно так же шли.